Действующий чемпион Украины по баскетболу, а команда выиграла трофей волевым решением Федерации баскетбола Украины, избежав непредсказуемых поединков плей-офф, возвращается с турне по Одесской области с нулем побед в двух матчах. Причем, если химику Днепряне, чей состав напичкан действующими и бывшими игроками сборной Украины, проиграли уже традиционно, то в Одессе произошла настоящая сенсация. Команда Олега Юшкина уже давно не радовала болельщиков победами, и казалось, ничего хорошего не сулит одесситам встреча с лидером. Но уже с первых минут наша команда обозначила преимущество на паркете. Одесситы не всегда были точны в атаке, но зато максимально дисциплинированно действовали в обороне, не давая звездному сопернику перевести дух. На большой перерыв хозяева уходили с преимуществом в 3 очка. Такой же перевес Одесса сохранила и перед четвертой четвертью благодаря дальнему попаданию Вадима Прокопенко. Вообще, с 3-очковыми у подопечных Олега Юшкина был в этой игре полный порядок – 11 точных попыток. Преуспели в этом показателе Дилейни Блейлок, Юрий Кондраков и Денис Носков. В целом, хозяева продемонстрировали надежную и эффективную командную игру. Сразу 6 игроков набрали 10 и более очков. Главные одесситы не дрогнули в концовке и довели поединок до заслуженной победы 81-72. Не могу сказать, что Днепр показал свою, наверное, лучшую игру. Я видел, как Днепр может играть и может играть гораздо сильнее. Потеряли они основного разыгрывающего. Сейчас влился новый человек. Это всегда какие-то перестановки, это всегда какое-то притирание. И вот как по результату видно, что это сказалось и на результате Днепра. Но еще раз повторюсь, что я благодарен ребятам за самоотдачу и за понимание, и за то, что у нас сегодня получилось выиграть.